Всем привет! Меня зовут Мариус Капустас, я руководитель группы по работе с клиентами и партнерами, куратор московского региона. И сегодня я вам расскажу про программы снижения ставок. Уже многие слышали о субсидировании ставок от государства и застройщиков, но немногие знают, что существуют специальные программы в банках, которые позволяют любому заемщику снизить себе процентную ставку персонально. И эта программа называется «Платеж за снижение ставки». Наше определение звучит так. Платеж за снижение ставки – это возможность самостоятельно снизить себе процентную ставку по ипотечному кредиту на весь срок действия договора за счет единоразового платежа. Этот платеж рассчитывается от суммы кредита и может составлять от 1 до 20%. Как это работает? Давайте на примере прям посмотрим. Вы берете сумму кредита 5 миллионов, при этом ставка у вас X. А можете взять сумму кредита 5 миллионов, самостоятельно оплатить 20% от суммы кредита и получить ставку почти на 8% меньше. И получаете лучшую ставку здесь, прямо сейчас. Для каких программ это применимо? Для первичного рынка, для вторичного и даже для программ с государственной поддержкой. Фиксация ставки возможна на весь срок действия договора или на определенный срок. В зависимости от банка возможно снижение от 0,5% почти до 8%. А еще в зависимости от банка и программы кредитования платеж за снижение ставки можно включить в сумму кредита, можно оплатить своими деньгами, а можно даже оплатить картой рассрочки. Кому это выгодно? Тому, кто не планирует закрывать кредит в ближайшие 2 года, кто не планирует досрочное погашение в начале срока действия договора, кто ориентируется на минимальный платеж, и тем, кто рассчитывает на большую сумму кредита. Еще расскажу просто для примера. Еще в далеком, уже 2010 году, один мой заемщик, финансовый директор, к слову, брал кредит 12 миллионов рублей, а тогда это была очень крупная сумма кредита, и сам попросил максимальное снижение ставки. К чему это я? К тому, что внимательно выявляйте потребности клиентов и предлагайте лучшее решение здесь и сейчас.